дача. День. Люди. События. История создания и развития Российской службы рыбоохраны тесно связана с развитием рыбной отрасли. Еще в царской России существовала подобная служба для контроля за промыслом красной рыбы в районах ее лова. Например, в 1747 году в целях распределения мест лова осетровых и защиты от посягательств сторонних лиц в Астрахани была организована рыбная контора, а в 1803 году там же рыбная инспекция, и впервые в России было введено особое положение по организации рыболовства для Каспийского бассейна. После Октябрьской революции 1917 года уже советское правительство понимало необходимость сохранения и контроля за использованием природных ресурсов страны и принимало соответствующие декреты и нормативные акты. В том числе были установлены и правила, регламентировавшие порядок эксплуатации водоемов и рыболовства на них. Но начало формированию современной системы государственных органов рыбоохраны было положено лишь в начале 1930-х годов. 7 апреля 1934 года приказом Народного комиссариата снабжения СССР номер 967 был образован главрыбвод, в целях охраны рыбных запасов и контроля за рациональным использованием сырьевых рыбных ресурсов. Эта дата сегодня и считается днем образования государственных органов рыбоохраны России. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.